Я уже объездил много стран и побывал в разных интересных местах. Видел пирамиды в Египте, Тадж-Махал в Индии, Великую Китайскую стену, храмы в Японии и многое другое. Я собрал много сувениров и воспоминаний из этих мест. Но есть одна мечта, которую я так и не смог осуществить. Это поездка по России на поезде по Транссибирской магистрали. Это самое длинное и захватывающее железнодорожное приключение в мире. Почти 9000 километров, 7 часовых поясов от Москвы до Владивостока. Я хочу увидеть красоту нашей страны, посетить уникальные города и села, познакомиться с разными культурами и традициями. Хочу также встретить множество интересных и необычных людей, которые поделятся со мной своими историями, секретами и мечтами. Уверен, что эта поездка изменит мою жизнь. Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебнику. Просто я работаю волшебником, волшебником. Не жалеть для друга ничего, думать о других немножко тоже. Вот мое простое. Я тебе автобус выкину, а мне наплевать, что у тебя.
А что ты за США, чур? Я не чурок, а мне надоел ты уже. Кричишь на весь автобус. Люди мешаешь. А что, я неправильно что сказал? Но не в таких выражениях, это раз, и не криком. Я... Все, молчи, надоел. Матом я не ругался. Да, давно ли это? Меня даже обозвал матом. Да это не мат. А чего же это такое? Какой ты пример подаешь молодежи? А вы какой подаете женщинам? А давай проголосуем. Кто за нее? Господи, кто за меня? За меня. Кто за меня более поедет? Ну что, вы не страдаете? А что? Нет, не страдаю. А я страдаю. Ну страдаю, иди страдай. Ну иди к Белому дому и там плакал пустой. Я был в Белом доме. Ну уже. Вот иди туда. Между нами все равно. Все надоело. Все. Мир? Нет. Вот мир и молчи. Все, молчи. Она. Сейчас ты сядешь. За это слово. Сейчас из автобуса выкинем. А я сейчас покажу. А мне наплевать, что у тебя. А что ты за США, чурок? Я не чурок, а мне надоел ты уже. Кричишь на весь автобус. Люди мешаешь. А что, я неправильно какой подаете я женщинам? А давай проголосуем. Кто за нее? Господи, кто за меня? За меня, давай, за меня более поедет. Ну что, вы не страдаете? А нет, не страдаю. А я страдаю. Ну страдаю, иди страдай. Вон иди к Белому дому, там плакал пустой. Я был в Белом доме. Ну вот иди. Между нами все равно. Все надоело. Все. Мир? Нет. Thank you.
завтра должны приехать. Для тети Нади коробку конфет я послала. Он говорил, Ваня? Они показали, сказали, гостинчик купили. Да, нет, так я тоже от себя тоже послала гостинчик. Коробку конфет они не показывали, да? Нет. Ясно. Ну ладно, это их дело. Тетя Нади покажут. Угу. Ой. А тетя Надя, она же не работает. Вспоминаю все сначала, уже давно убрали трап. На самом краешке причала стоишь ты голову задрав. И блещет, и разделяет нас вода. Видно вдруг яснее, чем прежде, что мы близки. Thank you.
твой надежный друг и товарищ мотор. Не страшны тебе ни дождь, ни слякоть, резкий поворот и косогор, чтобы не пришлось любимой плакать, крепче за баранку держись, шофер.